В Тверской области волонтеры создали телеграм-чат для помощи животным, чьих хозяев призвали на службу в рамках частичной мобилизации населения для участия в специальной военной операции. Таким образом, у тех, кто покидает свой дом и имеет животных, появилась возможность найти для них временное жилье. Какие есть способы сохранить жизнь домашним питомцам, знает корреспондент Валерия Фомина. Хозяин непоседливых дворняжек Джека и Арчи попал под частичную мобилизацию. Родных у мужчины нет. Ухаживать или забрать к себе двух крупных собак, рассказывает подруга военнослужащего, некому. Пока их ездит из Твери в Торжок, где находятся животные, кормить она. Но впереди зима, и одной девушке явно не управиться. Поэтому приняла решение обратиться к волонтерам. Начала писать в группу. Мне подсказала потом женщина группу для животных мобилизованных написать, попробовать туда. Девушка мне позвонила, что она в понедельник сможет подъехать, посмотреть собачек. Пока жду. И такие ситуации, увы, не редкость. Потому, чтобы помочь животным мобилизованных не оказаться на улице в преддверии зимы, создана онлайн-площадка в Telegram-чат. Туда могут написать те, кто ищет заботливые руки животным, и те, кто готов дать кров и тепло питомцу. Этот чат создан для того, чтобы животные, те, кто мобилизован или экстренно куда-то уезжают, не оказались на улице. Если вы мобилизованы и вам не с кем оставить свое животное, вы можете оставить заявку в чате. Напишите, что это за животное, характер, состояние здоровья и свои контакты. Также мы ждем предложений от неравнодушных жителей Твери о передержках. На временное попечение готовы отправиться кошки, собаки, грызуны и другие виды животных. С ними заочно потенциальные хозяева могут познакомиться в телеграм-чате. Он так и называется – «Тверь. Чат помощи животным мобилизованных». Сообщение желательно начинать со слов «приму», отметить, какие виды животных и контакты. Для тех, кто ищет передержку, пристраивается. При необходимости координаторы-волонтеры либо потенциальный хозяин выйдут на связь, и животное обретет теплый кров и заботливые руки.